С 2002 года Владимир Шпигун работает на комбинате «Запорожсталь», начальником отдела металлургических агрегатов проектно-конструкторского управления. В свободное время Владимир и его жена Виктория занимаются спортом, поэтому и собаку выбирали спортивную. Мы брали эту собаку как спортивную, как заниматься с ней спортом. Потому что ну, это собака, которая не сидит на месте. Она бегает, прыгает, и ей нужно чем-то заниматься. Бордер-колли Вести сейчас 1.5 года, но количество ее наград и дипломов могут позавидовать даже самые известные спортсмены. Веста начала принимать участие в выставках и в спортивных соревнованиях еще щенком. А из спортивных у меня даже не хватит пальцев сосчитать, сколько у нас наград. Потому что каждое соревнование у нас первое, второе, только призовые места. Без призов еще не было ни одних соревнований, которые закончились, чтобы мы домой приехали без призов. К воспитанию и дрессировке Владимир подошел со всей ответственностью. В интернете прочитал информацию, посмотрел ролики. Все занятия проходят в игровой форме. Главное, чтобы Вести было интересно. Собака – это считается самая умная порода в мире. Вот. Поэтому с ней работать очень легко. Буквально возраст она за неделю. Я ее выучил команды сидеть, лежать, стоять, дай лапу, там кружись, кувырок. Больших достижений Веста добилась в соревнованиях «Дог-пуллер». Наша федерация «Дог-пуллер» придумала такие виды состязания, чтобы у всех был какой-то стандарт, и все могли к чему-то стремиться, добиваться каких-то результатов. На данный момент это мы используем два основных вида спорта. Это «пуллер-бег» и «пуллер-прыжки». Со временем появилось желание побить мировой рекорд в соревнованиях «Дог-пуллер-прыжки». Для этого нужно было набрать более 170 баллов. Владимир понимал, что сделать это непросто, и надеялся хотя бы приблизиться к этому результату. После того, как посмотрели видео, было определено, что мы с Вестой набрали 180 баллов. Это на этих соревнованиях мы, получается, с собакой побили дважды мировой рекорд. Но на этом не остановились. Рекорд решили зафиксировать. Сделали это с первой попытки. Бордер-колли Веста установила рекорд Украины. Наибольшее количество прыжков собаки с отрывом 4 лап и захватом пуллер за 90 секунд. Я, конечно, очень нервничал, когда собака начала прыгать. Я думаю, блин, как же собака так медленно прыгает. Потом услышал цифру 91. Другой судья тоже сказал 91. Я так обрадовался, было столько эмоций. Я вам скажу, что на данный момент это мировой рекорд, потому что ни Канада, ни Россия, ни Польша, ни Латвия, ни... То есть все страны, где данный вид спорта очень сильно популярен, не смогли. Ольга Васильева, Андрей Снесаренко, ТВ5.